Гафт страшно заболел. Близкие люди известного актера Валентина Гафта в ужасе от состояния его здоровья. Говорят, что актер заболел болезнью Паркинсона. Заговорили о таком состоянии актера, народного артиста России в начале этого месяца. Именно тогда зрители и критики начали замечать замедленные движения, дрожание и скованность мышц. Тогда и сказали, что это первые признаки страшной болезни, но возникло оно после инфаркта миокарда, так как изменения в головном мозге не проходят бесследно. Подруга артиста Светлана Немоляева даже сказала, что Гаф страдает провалами в памяти. Важно, что первые проблемы с сердцем появились 11 лет назад, когда покончила с собой его единственная дочь Ольга. В то время даже народная медицина не могла актеру поправить свое здоровье. На данный момент актер продолжает трудиться.